Специально для госпожи Бережной вот хочу записать видео. Поддержу коллегу по цеху о том, как заливать каток. У нас отдел спорта и начальник отдела спорта не знает, как заливать каток. Я прежде всего скажу о том, что я сам с Астрахани, бедные астраханцы, ну вообще снега не видят. И как же они заливают каток, да, когда снега нет? То есть получается, катков никогда нет? Да нет, просто из глины там во дворе мы там валики готовили раньше. Ну и ладно, это колхозный способ. Второй, я там в комментарии вашему отбеливающему паблику написал, если вы изначально там планировали каток, отбортовку, вот что там не сделали, и на время, соответственно, летнего сезона дорожка, съемные борта какие-то убирать надо было, и все. А это оставить кусочки. Ну ладно, вы этого не сделали. Хорошо. Третий вариант вам подсказываю. В комбинате благоустройства всю жизнь лежали бетонные брусочки такие, 60 на 60, длиной там метр по 3. Их очень много было раньше. Они использовались как раз для того, чтобы каток заливать. И они были в комбинате. Не знаете, где их найти? За кинотеатром России посмотрите. Они там справа на аллейке лежат, штук 5-6. Может быть, остальные не знаю, куда делись. Вот раньше каток заливали так во дворах. Привозили туда эти брусочки, комбинат. Ну, тогда еще бытность был автодор. И каток заливали детям. Ну и последний вариант, уж совсем сложный. Это вам уже там написали люди в комментариях. Я вам сейчас покажу. Вот у нас на студии люди, мы не богатые, да? И для того, чтобы затенить вот там окно, вот это геоткань. Вот, представляете? Вот. Обычная геоткань. Укрывной материал называется. Он копеечный и дешевый. А продается в 6 метров ширина у него. В рулоне там миллионово. Вот берете, знаете, по 1,5 метра, режете 6-метровые такие колбасы. В нее с песочек с глиной насыпали, свернули колбаску, положили, пролили ее водичкой, она замерзла. И так по всему периметру. Вам одного рулона хватит, он стоит 1000 рублей. Весь рулон. А потом заливайте каток, когда у вас есть отбортовка. Опа! Лайфхак!